Привет, мои хорошие. Пришла с магазина. Ходила за скумбрией. Прям так хочу я приготовить скумбрию в духовке. Но не знаю, хорошая ли. Покупала в Пролетарском. Просто до этого покупала как скумбрию. На вкус она вообще была как не скумбрия. Ну, вроде внешний вид неплохой. Ну, посмотрим, что будет. Ой, на кухне бардачина. Сейчас посуду разобрать надо маленечко. Опа, поставить вас в другое местечко. Сейчас одену фартук. А то я в магазин ходила, не переоделась. Ой, сейчас иду с магазина. Ульяшкина группа гуляет. Прям аж не могу. Я так по этой козочке соскучилась, по моей сладенькой. Постояла, посмотрела, да и ушла. А то, говорю, увидит меня, это будет вообще трындец называется. Я уже с утра приготовила рис, себе сварила. Ой, ручонки помыть. Сейчас вот скумбрию это в холодную водичку опущу, пусть полежит, чтобы побыстрее разморозилась. И в духовку ее закину. Корюшка рыба. Кто-нибудь из вас кушал, пробовал? Вот какой раз хочу купить, я ее ни разу не ела. Вот если кто-то пробовал, напишите, вкусная она или невкусная. Сейчас стоял, ну, стоял в Пролетарском, там корюшка есть. Крутил, 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 крутил. Говорю, купить, не купить. А вдруг она невкусная, сухая. И, короче, не купила. Так. Надо мне посуду какую-нибудь, чтобы туда пустить рыбку. Сколько времени-то? Уже 11, я еще не ела. Ну, я вчера роллов наелась. Венца, правда, чуть-чуть выпила. Ну, бокал, короче, выпил вина. Вот первый раз сын мне налил полбокала, и второй раз. Больше не стало. Ой, так. Вся теряюсь, здесь у меня банки, растягивала, на коленник свой опять ставила. Вот, блин, вот правда, вот что значит германское это, германский производитель, ну, офигенный, в том плане, говорю, с банки снимаем, прям такой, все, растянутый, говорю, ну, красота мне будет. На новую одену, он опять становится понаемнее. И как? Понаед он и должен быть понаед. А то, может быть, я говорю, вы меня не понимаете. Он понаед, но он начинает давить меня. Опять зараза такой. Ой, ну ничего, сейчас с ним, это в нем ходила. Говорю, ладно, все равно надо носить. Так, посмотреть, что у меня здесь. Рисок постоял. Ой, прям все, девки, я вроде бы избавился от этих тараканов. Все-таки хорошее купил приправу. Я прям так рада. Говорю, слава богу, нету. Единственное это. Боюсь, от соседей опять прибегут они. Травить всеми. Мне тоже вот девочка писала, ну, нанять этих мастеров, чтобы потравили. Ну, блин, да, я наняла бы, я тоже об этом думала. Ну, говорю, а смысл? Найму, деньги отвалю, а через месяц они опять ко мне прибегут от соседей. Ой, какой рис хороший. Я сначала сварила рис в воде прям, ну и соль добавила. А после взяла, когда уже приготовил, чуть-чуть сбрызнула оливковым маслом. Конечно, вкус своеобразный, я уж пробовал. Ну, ладно, зато полезное масло. Надо привыкать. Одно время я любила оливковое масло во все салаты. После как-то не стала брать, отвыкла от этого вкуса. А теперь хочу себя заново приучить к оливковому маслу. Хороший, нормальный рис получился. Но масло здесь вообще, конечно, минимально. Ой,
Ой, так. Накрыть. Тоже этой штуки утятниц лет 100. Это мне мама отдала. Ой. Хотела с вами рыбку приготовить. Ну, пока она разморозится, это будет долгая история. Единственное, пока она морозовая, я думаю почистить. Так будет даже поудобнее мне убрать эти кешки. Сейчас я ее почищу. О, голодная. Чего я вчера поела роллы? И то там чуть-чуть. Мы даже не доели. Говорю, забирайте домой. Мне дети говорят, доставь. Говорю, не-не-не-не-не. Не нужно мне соблазн. Говорю, поела, все. Забирайте с глаз моих. Ой, чтобы мне опять не сесть их есть. Ох, а понамотали-то. Давайте хоть, чтобы вы видели, что на меня смотреть, мымру. Вы уже меня видели и не раз. А это хоть будет смотреть, что я тут делаю. Конечно, крупная прям такая акция. Ой, блин, оторвала этот. Стоило 300 там с копейками. А сейчас 200 с копейками. Блин, оторвала, не могу сказать. 157, по-моему, вот эта одна рыбка у меня. Хотела взять сразу несколько, чтобы посолить. Но, блин, нет, надо сначала ее попробовать. А то вдруг опять, как в тот раз была. Бе-бе-бе. Даль какая. Блин, ну надеюсь, что будет вкусная. Так. Это все выбросить. Надо мусор вынести. Хорошо не вынесла. Потому что, говорю, сейчас рыбу готовить. Кости опять запах. Лучше рыбу сделаю, а потом как мусор... Скажу, выброшу. Какая морозовая. Неудобно. Сейчас надо дощечку взять. Ложка. В раковину. Ох. Ручки сполоснуть. Ручки сполоснуть. Поставила камеру на другую сторону. А то я ставлю, когда на эту сторону. У меня вечно перепад какой-то. А здесь, конечно, мне особо неудобно. Вам, точнее, не видно, что я делаю. Ой, не, прям морозы, нам не получится. Мне надо все равно немножко, чтобы она оттаяла. Ой, я уже... Ладно, буду запекать тогда рыбку без вас. Расскажу. Сейчас я вам просто, как я буду ее делать. Прям сейчас вот кишки вытащу, разморозится, посолю легонько. Немножко, кстати, смажу медом вот здесь сверху, чтобы у меня хоть чуть-чуть бы, чтобы корочка появилась, поджарилась. Вот. Так, и может быть... Посыплю еще чесночком сушеным. Разогрею духовку. Прям до максимума я разогрею. Выложу рыбку на силиконовый коврик и все. Не, морозовые. Не получится у меня. И выложу на коврик. И в разогретую духовку до максимума, как уже сказала. Отправлю ее готовиться. По времени не знаю. Буду смотреть глазами, называется. Как готов, так вытащу. Ой, вот правда. Нет, дождаться, когда разморозился. Но мне же надо все быстро. Запекать прям, наверное, с головой буду. И голову тоже похолодаю. Я люблю такие вещи. Давай. О, вот вроде бы все.
Ну, вроде бы не знаю, блин, хороший, нехороший, фиг поймешь, пока морозовые не пойму. Сейчас разморозь эти плавники еще вытащу. И все. Сейчас, кстати, эти тоже отрезать. О, не плавники вытащу, а как она называется-то? В голове жабры. Ой. А плавнички я сейчас их отрежу, чтобы они здесь не мешались. Опа. Мне кажется, будет скумбрия такая, как в тот раз. Вроде бы скумбрия тоже брали крупную. А по вкусу, блин, вообще не скумбрия. Ну ладно, попробую. А может быть, я ошибаюсь. На этот раз, может быть, будет вкусное. Это вот как в светофоре. Вроде бы скумбрия, блин. А на вкус она ни хрена не скумбрия. Может быть, сорт какой-то. Ну, здесь особо нету этой. А вот он. Пятерочки смотрел, там что-то она мелковато. А я прям хочу такую. Жирненькую. Ну, погляжу, может быть, и правда нормальная. Пока не пойму. Буду есть, вам обязательно скажу. Вкусное или говно на постном масле. Все, сейчас вон воду и пусть лежит. Размораживается. Обычно у скумбрии вот здесь черная пленка, а это чуть нету. Эд вытащил кишки, на ней тоже нету. Ладно, посмотрим. Пока не приготовлю, не пойму. Вон, водичку пусть лежит. Ложку помыть. Короче, вся хлоп-то, хохлоп-то. Все о еде. Все лишь пожрать. Все, я мозгарь компостирую. Сейчас я дырку заткну. И воды наберу гарпину. Она мне сюда не влазит, в эту миску. И пусть она у меня там плавает. Рыбеха это. О, все. А это выбросить. Кишки. Кишочки. Где у меня здесь пакетик-то? Опа. Так, стоп. А, убрала уже. Шустрая девка-то. Не, нифига. Будет такая же херня. Я уже вижу. Лучше взяла, наверное, помельче. И было бы, наверное, вкуснее. Ну ладно, господи, я вот любитель тоже. Ругаю себя вечно, паникую. Не хуже, как с этим штативом. Паниковал, какая херня пришла. А сейчас я довольна, как там, к этим штативам. Который стоит 2 копейки, но прям удобненький, хорошенький. Так, это вон мусорку. А это помыть дощечку. Вот и все. А вот и все, а ты боялась. Только юбочка помялась. Ладно, что-то я запела не то, что надо. Меня же неправильно поймут. Ой, все, девочки, мальчики. Пусть лежит. Пусть лежит, размораживается. Ладно, мои хорошие, что, не буду я видос затягивать. Видос, как говорится, ни о чем. Это я уж снимаю, я вас люблю. Для меня то он о чем, потому что я привыкла, люблю с вами поболтать. А для кого-то, возможно, и неинтересно. Поэтому что его затягивать. Все, мои хорошие, спасибо всем огромнейшее, кто смотрит,
кто комментирует, кто меня поддерживает, кто лайки ставит, огромное вам спасибо. Кто еще не подписался на мой канал, добро пожаловать. Приходите, подписывайтесь на YouTube, на Дзен, комментируйте, ставьте лайки, не жалейте. Вам не сложно, мне приятно. Они мне помогут идти только вперед и вперед. Так что не жалейте, мои хорошие, лайки. Тем более, ну, они бесплатные. И дизлайки ставьте. Кому не нравится, ставьте дизлайки, называется. Я даже, мне все равно, или лайки, или дизлайки. Все, мои хорошие, люблю, целую еще раз. Крепко обнимаю. До новых встреч.